Сегодня 19 сентября. 19 сентября 1891 года в «Самарской газете» был опубликован материал под названием «Земляные акулы». Так местные журналисты в конце 19 века прозвали новоиспеченных землевладельцев, скупавших в губернии в большом количестве земельные участки. Более того, как утверждал автор статьи, они с величайшей жестокостью хозяйничали над окрестным крестьянством, обездоленным нищенскими, четвертными и дарственными наделами, что в свою очередь вызвало бурю недовольства среди местного населения. 105 лет назад, 19 сентября 1918 года, был опубликован приказ Камуче об учреждении в Самаре чрезвычайного суда. Этот орган имел право приговаривать к смертной казни не только за восстание и призыв к бунту, но даже за призывы к неисполнению распоряжений гражданской и военной власти, к уклонению от воинской службы и за распространение ложных слухов. В народном календаре сегодня Михайлов день. На Руси в этот день устраивали так называемые мирские братчины, сходки, на которых решали разнообразные семейные и соседские дела. После разрешения насущных проблем устраивали пиры. Этими другими событиями был отмечен 19 день сентября в истории. Всего вам только самого наилучшего!